НАСА сообщает, что в декабре неподалеку от Камчатки произошел взрыв метеорита. Его мощность составила 10 хиросим, но его не сразу заметили и только потому, что взрыв произошел над Беринговым морем. Он был вторым по величине за последние 30 лет, а по мощности он уступает лишь Челябинскому. Взрыв такого масштаба случается всего лишь 2-3 раза за 100 лет. И вот у простых трудящихся сразу же возникает справедливый вопрос. Что же они с первого-то раза попасть не могут? Но молчит НАСА, не дает ответа.